Отделение гемодиализа откроют в октябре в Сарапуле. Появится оно на базе первой городской больницы. Под отделение уже отремонтировали пустующие помещения, закупили мебель и новое оборудование. Общероссийский народный фронт заявил, что начало работ регоператора по обращению с отходами находится под угрозой срыва. На территории Удмуртии отмечено более 160 свалок, часть из них ликвидировали. Общественников беспокоит формальный подход к работе. Плавучий остров на пруду Ижевска утилизируют в середине осени. Минприроды Удмуртии объявила конкурс на проведение этих работ. Начальная цена составила почти 500 000 рублей. Победителем станет тот, кто заявит меньшую сумму. Ижевская компания подала иск о банкротстве «Ижметмаша». Заявление поступило в арбитражный суд Удмуртии 4 сентября. Ранее суд постановил взыскать с «Ижметмаша» в пользу арены 380 тысяч рублей. Светофор со светодиодной брусчаткой и тактильной плиткой появится на перекрестке Пушкинской и Лихвинцева в Ижевске.